Накануне официальный представитель МИД Армении Анна Нагдалян в беседе с журналистами заявила, что никакого азербайджанского коридора в Нахчевань вне юрисдикции Армении не будет. И указала на то, что в пункте 9 заявления от 9 ноября 2020 года якобы ничего не говорится о каком-либо коридоре с особым режимом. Азербайджанский МИД ответил Армении, что было бы полезнее направить свои усилия на принятие конкретных мер, связанных с реализацией трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а не заниматься толкованием его пунктов, подчеркнули в ведомстве. Сейчас самое время не делать пустых заявлений, а на деле принести мир, спокойствие, развитие и прогресс нашим государствам и региону в целом, отметили в МИД Азербайджана. Отметим, что согласно трехстороннему соглашению, в течение ближайших 3 лет будет обеспечено транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой. Так, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Физулинский район, где объявил о начале строительства первой части железной дороги Хорадис-Ахбент, которая свяжет Азербайджан с Нахчеванью.